Арсений, присядьте, присядьте. Знаешь, какое родословное дерево? Знаете, да? Ну, у кого-то оно есть, да? Типа у царя Николая II, да? Это у каждого казаха вот такое дерево. Представляете? Представляете, какое счастье знать 15 своих колен. Пиздец, я бы все отдала, чтобы узнать своих прадедов. А у вас, скажи, 2-3 и все. Алга, Казахстан. Я в шоке. Они пронесли свои традиции через геноцид, через Голодомор, через Целину, Карлаг, полигон, Голодомор. Красота.